Долбоёб, блин. Ну, понятное дело. Ладно, в ночь, да, блин. Блядь, я вот, если бы сейчас за рулем поехал бы, блядь, да вообще кто-нибудь там, блин, я не знаю, до года, до двух, блин, увидеть такое. Я со стажем год, блядь, я бы его увидел, я бы вообще... Я бы вон туда по заехал. По тротуару бы. О, началось. Я только сегодня думал, поехать на машину. Тёма, номера заснули, уже? Для ГАИ. Да. Да я так и знаю. Какое правило на жизни, блядь? Что, еще один заход? Тормоза проверяет. Колодки надо притереть просто. Передний он закрыл. Вот, смотри, поехал. А, это не ДПС. О, ДПС, ДПС, ДПС. Не, это обычный метр. Да? Ну, наверное, за ним же все равно. Нет. А, да? Они не сняли, наверное, ну, интересно, что-то. Об сотовую вышку слабо. Был бы у него марку, думаю, слабо был бы. Вы помните, у меня раньше на Вале вот на этом месте забор стояли? Видимо, все. Очень давно. На Вале, ну, вот этот, там заборчик раньше стоял. Вот такой. Короче, там убрали, потому что один человек просто так не убрали. Че, где он вообще делся? Все, приняли. Наверное. Мы снова будем идти, мы будем. Вон он, это не он или есть там? Ну.